Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа. Такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да, у всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Этот дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем.
Он немного странный, но доверять ему можно. Да и выбора у нас, в общем, нет. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что, на самом деле, удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивные. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра, очнись, Кэра! Приходи в гостиную.
Помоги. Нет, этого не может быть. С нами играть, создавать монстров просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Да, Златка. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом для... Ну, на что мелкое сгодится? Я понял, Златка. Веду девочку через 10 минут. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда. Тебе сюда нельзя. Нечего тебе тут делать. Что ты делаешь? Ты не выключишь меня? Нет. Нет. Нет, не выключишь. Я ищу девочку. Ты ее видел?
ищешь девочку? Нет. Я ее не видел. Будешь молчать, если отпущу? Да, я буду молчать. Только не выключай. Нет. Нет, конечно. Не заряжен. Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам... Зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Сюда мелкую. Слушаю. Злато! Что? Девочка сбежала. Не могла же она исчезнуть. Но прячется где-то. Чего встал-то? Ищи давай! Они нас ищут, надо бежать, пока не поймали. Черт! Где они? Люта! Ты поймаешь или нет? Вот ты где!
Предупреждал! Мечты всегда ведут в яму, а ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну пошел прочь! Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Да как ты смеешь? Как ты смеешь? Это еще что? Вас кто выпустил? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Повинуйтесь! Я ваш хозяин! Я ваш хозяин! Хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Я так боялась тебя потерять.